il sogno di chi ama il cinema. Di chi lo fa il cinema. Ну как тебе? Все. Всем привет! Вы на канале Викук. Сегодня вам покажу, как правильно мариновать лосось методом гравлакс. Вам понадобится мелко порубленный укроп, соль, перец и, конечно же, сам лосось. Соль и сахар вы должны взять в зависимости от веса рыбы. Если 200 грамм лосося, то возьмите 20 грамм соли и 20 грамм сахара, то есть 10% от веса рыбы. Соль и сахар перемешайте в удобной для вас емкости. Для того, чтобы замариновать рыбу, вам также понадобится небольшой противень с высокими бортами или любая кухонная кастрюля. Посередине кладем пищевую пленку крест-накрест, для того, чтобы в процессе маринада жидкость не растеклась и лосось хорошо промариновался. На дно высыпаем немного соли с сахаром, присыпаем зеленью и немного черного перца. Это необходимо, чтобы рыба замариновалась равномерно с двух сторон. Затем берем лосось, выкладываем на пленку и высыпаем оставшийся сахар солью. Посыпаем зеленью и немного черного перца. Если вам нравится это видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, если еще не подписаны. И обязательно поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Затем накройте пищевой пленкой крест-накрест и поставьте в холодильник. Если у вас небольшой кусок рыбы, то хватит 6-7 часов, если большой, то оставьте мариноваться на всю ночь. Спустя 7 часов достаем лосось, и вы можете заметить, что рыба отдала всю влагу, а значит хорошо промариновалась. Снимаем пищевую пленку и убираем верхнюю часть соли с рыбы ножом или другим кухонным предметом. И обязательно промойте рыбу под проточной водой, чтобы смыть лишнюю соль и сахар. Промокните рыбу салфеткой, чтобы она была сухой.
И вот маринованный лосось методом гравлакс готов. По этому рецепту вы можете мариновать также другие виды рыб семейства лососевых, например, форель или горбушу. Нарежьте рыбу на слайсе и сделайте очень вкусную брускетту с маринованным лососем или просто подайте как холодную закуску с каперсами немного свежей зелени. Спасибо, что посмотрели мое видео. Поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и делитесь рецептом с друзьями. До новых встреч!